дорогие друзья, с вами снова Касэмсон Чарли, и мы продолжаем проходить потрясающий квест, который называется «Острие меча». Ну что ж, это какая-то сотая по списку вроде бы серия, в общем, неважно, дорогие мои, я действительно сама уже запуталась. Мы с вами продолжаем его, этот грёбаный квест, проходить, потому как он у нас что-то растянулся уже очень много серий, я говорю, я со счёту сбилась, но... В итоге, медленно, но верно, мы с вами приближаемся к его завершению. Ну что ж, наш прекрасный кузнец Александр наконец-то прочел книжку. Но для того, чтобы ее изучить конкретно вот всю, нам нужен перевод. Конечно же, кто сделает перевод, как не сам Стефорд? После нескольких минут схватки с тренировочным манекеном подмастерье Александр останавливается, чтобы отдышаться. И да, напомню вам, что сейчас он проверяет меч, который мы в прошлой серии создали. Это очень здорово, мы с вами сделали из мифрила, то есть я выбирала по стоимости, он оказался в 2 раза дороже адаманта. Вот, ладно, переходим дальше. К своему огорчению он обнаружит, что мифриловый клинок прогнулся в нескольких местах. Красивый металл оказался слишком мягким и совершенно неподходящим для продолжительного использования. Конечно, это совсем не то, что хочет получить леди Врели Великая. Я думаю, это даже не то, что ты хочешь сам получить. Ну что ж, наш мифрил — это не то, что мы хотим, да, прекрасный мой? Смотрите, вы только посмотрите. Ну? Что это такое? Ответить на вопрос. Ты какой-то популярный в последнее время, кстати говоря. А, это этот, господи, ответить на вопрос. Подготовиться к бою? А что, он реально может? Подождите, он же не умеет, по идее. Подождите, это наша девочка, принцесса Виктория. Очень здорово. Уплатить налоги нам нужно, починить меч и доставить его владельцу. Ну, ладно, давайте закончим с вами тренировку. В конце концов, по сути-то, он действительно не умеет тренироваться. Ну, как-то, в принципе, то, что я заметила. Действительно, он не умеет тренироваться. Это такой уникальный случай у нас тут получился, что мы действительно можем с вами тренироваться. Вот, давай тогда сделаем... Что у нас тут такие интересные вещи? Давай сделаем с тобой меч. Вот, меч. Да-да-да, меч скуем. Подожди, а какой он там? Обычно нет, доставить его владельцу. Починить, вот, починить. Вот, незакаленный, дешевый, длинный, большой. Дешевый панцирь, молот. Вот, восстановленный меч, отлично. Будем сейчас с тобой этим заниматься. Я думаю, ты без меня справишься. Если что, мне придется перезагружать игру. Вот, а с тобой ты скоро, кажись, тут вообще с ума сойдешь. Слушайте, у меня эта Изабелла прям всех развлекает. Ну, в принципе, это ее, конечно, профессия такая, ну, как этого. А, господи, да, министреля. Ну, что поделаешь? Ну, все равно она как-то меня напрягает. Вот, ну, ладно. Каждый зарабатывает как может. Вот, все, мы будем с тобой, соответственно, есть. Ты что, не поспала без меня? Ёшки-матрёшки, молиться в течение 2 часов, нормально. Обратить 2 человек в петрианскую веру? Ёшки-матрёшки, а чё же... Кого мы будем обращать в петрианскую веру? Мне даже очень интересно. Во-во, давайте его. Вот я вот так еще бякушку сделаю. И давайте допустим тебя. А, нет, он уже в нашей вере. В принципе, это хорошо и в то же время плохо. Вот, и еще одна. Нашла. Еще одну жертву, вот. Давайте... Ну, нет, подождите, он что, уходит? Давай. Нет, подожди, прекрасный мой, ты должен ее обратить. У нас задание. Ничего не знаю. Давай обращай. Обращай ее. Подождите, где он? Подождите, он без меня справляется? Нет, ну вроде бы, правда, он раскаляет. Только, наверное, он, скорее всего, сделал где-то такого качества плохого. Ну, среднего, хотя бы среднего. Обращает веру. А тут мужик ушел, да? Мужик! Кто должен был уплатить налоги? А, вот этот, да? Хорошо, ладно, он тогда придет, сделает, значит, и потом как раз здесь у Стефорда уплатим налоги. Отлично. Вот, питанский священник, давай и тебя веру обратим. Кстати, а детей нельзя веру обращать? Ну, да, иначе будет, наверное, было бы совсем перебор. Так, отлично, 4 часа обращает веру, Александр восстановит обычный. Ну, что, и так нормально. Вот, отдай ей меч и топай сюда, нам нужно уплатить налоги, вот. Все, более-менее с вами справляемся, и тут нам нужно молиться в течение 2 часов. Молиться, вот, в течение 2 часов, а потом с тобой будем распространять веру. Хотя можно будет... А, заказчик оценил. Нет, это все другое. Вот, я просто опять подумала, что это что-то из задания нашего, но, к сожалению, нет, это не то, это не та. Господи, господи, я сейчас помру скоро с этим заданием. Что-то оно меня так замучило. Как же оно меня замучило, ёшки-матрёшки. Вот, ну что? Подождите, а что это он делает? Подождите. Нет, пожалуйста, второй раз я этого не хочу видеть. Это даже, наверное, не второй, это, наверное, третий. Господи. Блин. Блин, хватит. Стефан,
Даже не знаю. А, вот это, знаете, это выглядит как фолспам. Оскорбление? Оскорбление? Познакомиться? Что ты, что он тебе сделал? Проведя несколько молитв, часов молитв... Подожди, подожди, прекрасный мой. Стефорд молится, не мешай ему. Какие-то странные у меня. Нет, все, 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 прекрасный мой, все, все, забыли. Забыли то, что мы сейчас только что видели, и то, что вы там что-то делали. Нет, спать в кровати его не будем. Тогда возвращаемся домой с тобой. А Стефорд тут без нас, в принципе, сделать, справиться. Ну что у нас, блин, давай, Стефорд, давай быстрей. А, вот, 46 минут осталось, все, нормально. Господи, как я действительно с этим заданием просто заэтовалась. Так, 6 часов у нас проповедь. Давай, 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 ты как раз мы с тобой успеваем. Успеваем. Уфу-фу-фу-фу-фу. Здорово. Все, на проповедь нас ждут. Давай с тобой будем задумчиво, например. Ну что? О, господи, один человек сидит нас слушает. Обалдеть, не встать. О, второй пришел. Ну, это замечательно. Кстати, мы еще с вами не поставили эту, как ее. А, господи, Каменскую церковь. Да, что-то задание наше очень-очень-очень сильно увеличилось. Да. Даже дети не слушают. Ну, в принципе, это логично, они не будут слушать. Нет, главное, что, в принципе, не важно, слушают они нас или нет. Главное, что она платит за это. Ну, как-то, да, плохо, конечно, но прихожанам с холодком. Наверное, нужно следует поразмыслить на следующую проповедь. Блин, да, нам денег не дали за это. Ну, ладно. Значит, для того, чтобы нам нужно сейчас с вами расшифровать, в общем, перевод, нам нужно сделать, какая старая и потрёпанная книга. Удивительно, что подмастерье Александра не может расшифровать некоторые технические моменты. К счастью, я умею обращаться к древними текстами и цифрами. Прекрасно. Ну, ты возомнил себя. Писать молитву. А как же мы будем её, в общем-то, изучать? Читать? Ну, давайте, хорошо. Если он может читать, тогда пусть он будет её читать. А пока возвращаемся к Александру, как ты там поживаешь, ты еще это... Ёшки-матрёшки, он же вообще сейчас у меня попеет. Наверное, больше всего я из них попел, потому что я, в принципе, норм. Вот, но я точно знаю, что нам действительно нужно каким-то образом уже А, блюдо, все, все, у нас блюдо того. Тогда нет смысла даже ледник открывать, потому что, скорее всего, там ничего-то и нет. Вот, кстати, снаряжение. Поточить меч мы можем, кстати говоря. Кто бы мог подумать, этот перец Луна делал самое лучшее оружие в мире. В книге описываются не только технологии, но и вся его жизнь. Подожди, прекрасный мой, ты что, уже расшифровал? Вы знаете, такое ощущение, что он прям глазом посмотрел и глазами, да. Почему одним глазом? В общем, да. Даже просто, знаете, вот глазком посмотрел, мельком, вот. И все, и уже расшифровал. Ну ладно. Нужно переписать практические главы, которыми воспользуется подмастер Александр. Не помешает также перевести весь текст до дальнейшего изучения. Это же бесценный источник знаний. А, ты решил на этом заработать, вон о чем. Ну, понятно, это все не просто так у нас делают всякие переводы и так далее. Так что же нам нужно? Ага, создать 2 копии прикладных пособий на письменном столе. Подождите, прекрасный мой, а это у нас разве не... Вот письменный, это что, не письменный стол? Это архив священника, он о чё? Это что, получается, нам топать к этой нашей... Не-не-не-не, подождите. Ладно, придется сделать тогда тут, поставить письменный стол. Письменный стол, письменные столы. Ну, я не знаю, давайте тут тогда поставим. Ну, хотя это, конечно... Блин, тут места просто нет. Тут нет места! Я не знаю, каким образом, собственно, это все встало здесь. Ну, вот так, нормально. Хотя, нет, это... Да. Это, господи, письменный стол этого лекаря, по-моему. Во-во-во, о, отлично, нормально. Как раз в нашей теме такой, супер. На письменном столе можно, конечно, было бы написать религиозный документ. Подождите, он реально на нем может работать, на письменном столе? А мне казалось, у него только тот. Слушайте, обалдеть, он реально пишет. Прекрасный мой. Ты то есть реально можешь на нем работать? Ну, это вообще круто. О, кстати, назначим на 23 часа проповедь. Да, за него одного было намного проще играть, чем за них двоих. Переписать. Подождите, еще переписать? Да, кстати, точно, точно. Точно. 2 проповеди. Ой, 2 копии нам нужно сделать. Ну что, ты почти пишешь, почти завершаешь, почти. И у нас все, проповедь. Прекрасный мой. Все. Подмастер Александр сможет испробовать формулу, которую Вулкам позаимствовал у того забытого мастера. А пока я займусь дальнейшим изучением пособия и биографии Переца Лунного. Переца или Перца Лунного. Нет, это нет, конечно, не так. Отдать переписанные заметки. Ну, прекрасный мой, давай, просыпайся там. Повседневно. Давайте, что ли, угрюмо, что ли, а то они что-то разбегались тут. Не-не-не-не, прекрасный мой, подожди, ты же нас слушаешь. Нет, слушай. Он слушает нас.
А кто это ест у меня? А, это точно, подмастер Александр. Да? Давай. Ты будешь есть, ты точно будешь есть. Все, 90, ну хоть, господи. Ага! Блудный что там пришел? Блудный мужик вернулся. Муж, вот. Блудный муж. Подожди, подожди, я знаю, что ты ешь. Ты ешь какую-нибудь бяку, вот. Нет, подождите, продолжить готовку это не то. Вот, там... А, все, это все правильно. Тогда я поняла, что значило... Что значило почистить. Ой, мы что-то спалили с вами? Какой ужас. Давай, рыба-меч, и потом мы будем с тобой спать. Тогда нам этот Александр должен сам к нам прийти, вот. Ну что, сейчас придет, тогда мы сейчас не будем с вами ложиться, вот. Он еще более-менее в нормальном состоянии. Все, давай, дать переписанные заметки. Только не обнимайся с ним, прошу тебя, пожалуйста, не обнимайся. Отличный перевод. Это удивительно сложный формул для своего времени. Загадочный переслонный предлагает уникальное сочетание редких металлов, сплав, как его называют вулкан. Вероятно, сплав гораздо лучше какого-то одного металла. Нужно при случае проверить эту теорию на деле. Ну, как бы, понятно, собственно, давай проверять будем, конечно же, с тобой. Значит, нам нужно сейчас нашему перцу луну... Нет, блин. Петрианскому священнику отправиться в... Начертальню запрос отправить в начертальню? Подожди, это что, через почту, наверное, да? Вот, очень круто. Раздать бедным, давай с тобой будем это и вот это. А тебе нужно сейчас выковать образец клинка из сплава. Угу, как здорово. Подождите, а почему, откуда у него все-таки идея пришла, что... О, Ксардос, что он решил делать клинок из мифрила или адаманта? Очень интересно, или адаман... Все, отправил, прекрасный мой. Тогда давай, все, идем спать с тобой. Теперь нам нужно ждать ответа от начертальни. Как интересно такое название, начертальня. Вот, значит, мы с тобой спим. Ты заслужил, все, ложись. Вот, ложись. Подожди, а ты чего ждешь? Мы же вроде бы эту проповедь с вами отпели, отплясали и так далее. Вот. Ну, в принципе, Ксардос ничего не ждет. А кстати, Ксардос в нашей вере. Подождите, это что такое? Это ответ от начертальни, да? Свиток с печатью великой начертальни, доставленный белоснежным голубем, приносит растущее разочарование. Смотрящий да хранит вас. В ответ на ваш запрос отвечаем. Ваша тяга к знаниям похвальна, однако труды, о которых идет речь, чрезвычайно ценные. Прежде чем мы извлечем их из хранилища, необходимо провести подобающую проверку. Для этого к вам прибудет наш представитель. Во имя вечности хранитель знаний Бенедикт. Слушайте, подождите, подождите. Вот что значит рассказывать о каких-то там сокровищах государства. Они же потребуют налоги за это. Ну, хотя это не такие же государства. Ну, хотя не такое же государство, потому как вроде бы Великая Валерия нас спонсирует, конечно же, потому как она наше государство. А это же что тогда? То есть это еще кто сверху там над нами стоит? Очень интересно. Прекрасный мой, а что ты тут стоишь, а? А, вот, нам нужно с тобой ковать этот образец клинка. Вот, давай посмотрим. Это что такое? Это не то, это тоже не то. Кусок металла, отличный сплав. Там же и сплав, да? Отлично. Выковать образец клинка из сплава. Подождите, нам этот сплав почти был сразу доступен. Очень интересно. Давайте мифриловый клинок. Образец клинка из сплава, да? Вот это. Отличный сплав. Ага, вот оно что. Нам нужен дешевый меч и отличный сплав. Ну, здорово, сейчас все сделаем с вами. Вот, давай раскаляем с тобой. Слушайте, я примерно, вы знаете, вот постепенно, но я все-таки... Тихо. Но я примерно втягиваюсь прямо в этот процесс ковки. Очень здорово. Отлично, это мы с тобой сковали, вот. Обычное. А теперь нам нужен, как он называется-то? Сейчас. Клинок из сплава, дешевый длинный меч, вот. Я его вроде видел, в то же время как-то, да, хламем. Вроде бы нам хламем сейчас позволяет. Так, теперь идем сюда, прекрасный мой. Здорово. Подбросить угля. Нет, я думаю, пока нам угля-то хватает, да? Вот, тихо. Давай теперь вот так. Ну, пока он делал такие вещи, я буду точно за ними наблюдать и подсказывать, что ли, ему, что делать. Отлично, очень здорово. Подождите, что получается? Теперь мы можем с вами сковать. Вот, образец клинка из сплава, очень круто. Прекрасно, мой, это ответственный момент, пожалуйста, не подведи меня. У нас просто супер-пупер, в общем, наши показатели, нам все нравится, нам очень хорошо. Вот, давай с тобой начнем, в конце концов, выполнять это задание. А то мы столько серий с тобой выполняем его, а толку пока никакого. Просто даже просветов я никаких не вижу, ну, движуха пошла. Потихонечку, но пошла. Давай, нагрев. Так, я думаю, еще лучше стоит нагреть. Процесс пока идет долго. Ну, вполне, в принципе, это логично, потому как мы делаем с вами не абы что.
Я бы какую-то вещь... А, понятно, новое задание. Сделать доставить, успешно собрать руду. Ну, руда, благо, у нас тут рядышком есть. Около нашего домика. Тихо-тихо-тихо. Давай еще раз колем. Давай еще посмотрим, попробуем. Что такое? А, слушайте, подождите. Вот смотрите, он сам подбрасывает, в принципе, уголь. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Иди сюда. Все. Давай-давай, я надеюсь, ты закончишь. Я надеюсь, ты закончишь. Качество у нас, в принципе, среднее. Что? Обычное? Ну, это, в принципе, нормально. О, подождите, да ладно, у нас... Да ладно, Александр, у тебя уже третий уровень. Ну, наконец-то же, ёшки-матрёшки. Сплавить месяц два редких металла совсем нелегко. Однако после этого сплав легко поддается ковке и вскоре превращается в красивый, гибкий и сбалансированный клинок. Тем не менее, его ощущения нужно испытать на тренировочном манекене и хорошенько наточить. Прекрасно, мы сейчас с тобой это все сделаем. Только, пожалуйста, давай быстрее выполнять это задание. Мне так хочется его... Ну, не то чтобы закончить, ну, уже как-то вот, я не знаю, увидеть, что ли, смысл того, что мы с вами чем мы занимаемся. Вот, смотри. Смотрите, вы только посмотрите, какой он классный меч. Блин. Это вот это, да? Образец клинка из сплава. Пока это только образец, но все равно очень здорово. Подождите, подождите, а там ничего нету. Давайте тогда сейчас с вами поедим и пойдем. О, жареная птица, вот. Подождите, он что, оттуда достал? А, все, теперь до меня дошло. Точно, это его меню такое, правильно, потому что у него жаровня еще есть. Теперь понятно, откуда тут были эти всякие блюда. Вон оно что. Все ясно, теперь все ясно. Подожди, подожди, подожди. А ну-ка ешь быстро. А то сейчас тут съедят все за нас, и все, и пиши пропало. А тут я тебе готовлю, готовлю. Так, значит, делать и доставить дешевый панцирь. Давай тогда доставим с тобой, сделаем дешевый панцирь. Мы пока с тобой спать не хотим. Вот он, дешевый панцирь. Доставим его, потому как руду, в принципе, добыть, ну, не, в принципе, легко. То есть она у нас тут рядышком. Сделаем это с вами намного прям быстро. Так, осторожно, осторожно, давай ковать. Господи, я же до сих пор переживаю за него, я. Проверить сюда. И теперь давай еще... Тихо-тихо-тихо. Подождите. У меня была критическая, но качество улучшилось. Вы видели? Это как-то очень интересно. Так, кого мы должны... Вот-вот. Доставить доспех. Отлично. И теперь испытать образец клинка. Хорошо, сейчас мы это сделаем. Подожди, где наша руда? Вот она. Наконец-то она появилась. А подожди, там, по-моему, тут рядышком совсем очень была, нет? Еще один довольный заказчик. 80! Слушай, ну ты... Мы растем с тобой, прекрасный мой. Это очень здорово. А, так, значит, судное место. Давайте это самое ближнее, ближайшее, что у нас тут есть рядышком. Во-во-во. И вот, вот это соберем с вами и будем, все, наконец-то, свободны. Вот, смотреть осенней благодатью смотрящего кого-то. Ну, я не знаю, давай любого просто. Осенней благодатью. Вот, благодать смотрящего. Сколько там нужно? А, в принципе, да, одного человека будет достаточно, да? Подождите, он же не осенил его. Прекрасный мой. Что? Спросите оценки? Какой оценки? Это что такое? Спросите представление. У представителя начертали об оценке. А, так ты... Подождите. А, точно, он должен быть в хороших отношениях. Вон что, теперь все понятно. А, он пройти не может. Блин, столпились тут, а. Подождите, подождите, прекрасные мои. Все, иди... Все, оттяни хотя бы кого-нибудь. Значит, это пока собирает, это все хорошо. Теперь нам нужно еще проповедь прочитать. Вот. Прочитайте основную проповедь. А что, у нас есть какие-то другие еще? Вот в час мы успеем. Во-во, все, читай. Вот, будем с тобой Угрюма читать. Им больше всего нравится Угрюма. Потом мы будем... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. С юмором. Я не знаю, как Алсивра читает, он, наверное, трель забавно. Так, ты у нас более-менее, ну, наверное, в принципе, его можно отправить пока спать. Прекрасно, мой, точно. Давай тебя отправим спать. Вот, а тут... А с этим Стеффордом мы пока займемся, да. Потому как нам еще этого нужно, да, подружиться с ним. Господи, это ж не все просто так, надо еще быть друзьями с ним. Какой ужас, а? Дом, значит, дружелюбно болтать. Все, прекрасно, мы исправляем. Господи, ты опять поел без меня. 93, это очень круто, выдать за шутку. Ну, если он, конечно, любит шутить, это очень интересно. А то вдруг нам сейчас это, мы огребем. Всякое бывает на свете. Слушай, он реально похож на моего этого, да, слугу. А, брат Лука, вот. Брат Лука. Да, просто без бороды, а так реально копия, вот только посмотрите. А может быть, он тоже из этих, нет? Может, он брат какой-то его? Служитель церкви Маркес. Обладает терпением? Это как-то интересно. Очень терпеливый. Ужас. А спросите в музыкальных предпочтениях, здоровье.
Тихо-тихо, романтично мне надо, и мне уже хватило твоих обниманий. Боже, подождите, а он что, не из Петрянской веры? Да ладно. Ну что, мы осеним его благодатью смотрящего, наверное, после этого у нас должно быть неплохо повыситься, в принципе. Подождите, у нас сейчас проповедь. Ну, в принципе, мы могли бы, но если он от нас уйдет... Хотя нет, подождите, он правда, он никуда не денется. Если он к нам пришел, значит, он к нам пришел, тогда все нормально. Мы будем тогда с вами сейчас читать. А что это было сейчас такое... А, это... Благодать смотрящая была, понятно. Это была благодать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, нет, все, у нас угрюмо. Все, слава богу, они меня более-менее слушают. Тихо-тихо-тихо-тихо, нет, не слушают, все, теперь вы смеетесь. Вы должны смеяться. Это что такое? А, сонливость. Прекрасный мой, нам чуть-чуть осталось. И все, и мы будем с тобой спать. И, наверное, мы уже, да, закончим серию. Да, долго мы с вами долго мучаемся, господи мой. Вот, потом с тобой поедим. Ну что ж, пока наш прекрасный Стефорд спит, пока займемся нашим кузнецом Александром. Ну что ж, он хочет покушать, и, конечно же, давай я тебя счастливлю, мы с тобой поедим. О, подожди, а что, к нам пришел этот Ксардос? Прекрасно, а ты не хочешь? Точно, он же любит читать. А ты не хочешь, чтобы я тебе, например, меч, о, посох сковала? Вот, меч-то ему явно не нужен, печь не знаю. Подожди, это что такое? Что? Несколько порций, сытно и питательно, есть замечательно? Что? Это что такое? Прям в рифу. Очень здорово. Я такое не замечала, чтобы там было написано. Обалдеть. Это что? Подождите, это что такое? Несколько порций? Подождите, у нас что, тут две порции? Я ничего понять не могу. Это как это? Что? Подождите, правда? Несколько порций? Большая порция в основном рагу из лягушек. Это как-то так? Ну, вроде не написано, что они плохие, между прочим. А чё же, нос тогда зажимал? Не знаю, в общем, нам нужно сейчас испытать образец клинка. Ну чё, попрёмся на ночь глядя. Кстати, ты знаком с Ксардосом, а? Прекрасный мой. Давай с ним познакомимся. Я смотрю, ты не знаком. Черта характера, дом, купить. Можно купить у него что-то? Да ладно, подождите, а почему это? А, ну, это понятно. Зелье соблазна? Ну вот, вот именно тебе это не нужно. В общем, давай познакомимся. А, подожди, я до сих пор пытаюсь понять, кто из них идет эти на обнимашки. Ну, все-таки, наверное, это Стефорд виноват, нет? Потому что он весь такой, как бы хороший. Вот. А хороший там, как они хотят, обнимашки. Ну, все равно это как-то меня пугает. Вот, в общем, выдать за шутку. Вот, он же Балагур. Расскажи ему анекдот тогда уж. А, непристойно пошутить, о боже, какой ужас. Шутите о крестьянах и знать. Что ты ему сказал? Что ты ему сказал? Все у нас. Какой ужас. А, все, более-менее нормально. Тихо. Подожди, что ты делаешь? Все, он сказал тебе, все, пожалуйста, извиниться. Вот, блин, а. Давай все поговорим, познакомимся с тобой и, например, посплеть, обозвать безродной собакой. А, блин. А подождите, а почему? А, он же мизантроп, вот оно что. Давай поболтаем тогда еще с тобой раз. Спросим о здоровье и музыкальных предпочтениях. Тогда мы не будем с тобой шутить, так уж и быть. Он почти друг, все, он нам друг, все. Теперь мы его трогать не будем, иначе вообще он из друга превратится... Да. В общем, черпать воду, давай хоть как-то с тобой уйдем отсюда, а то эта камера, я до сих пор к ней толком не привыкну. Вот, давай с тобой загадаем желание, чтобы нам было просто супер-пупер хорошо. Набрано ведер 3. Это замечательно. Что? О, у меня исполняется желание. Это оружейник Лоу. Какая прелесть. Давайте будем проверять. А, подождите. Мы наточили с вами клинок. Давайте еще раз наточим. Давайте вот еще раз. И попробуем точить. Блин, он занял самый классный этот тренировочный манекен. Блин, сколько ты тренируешься, так и до сих пор не тренировался. Вот, давайте попробуем. Ну, прекрасный мой. И как? Полчаса нам нужно. Запыхавшись после яростной схватки с тренировочным манекеном, подмастер Александр вытирает от пота лоб и пристально вглядывается в меч. После получасовых испытаний клинок выглядит совершенно нетронутым. Похоже, эксперимент удался. Но подмастер Александр не спешит делать выводы, пока не испытает остроту клинка. Подожди, прекрасный мой, и на чем ты хочешь, точить на ком? Испытать этот остроту? Из сплава с помощью точильного камня. Наточить лезвие. Точильный камень. Хорошо. Здесь мы немножко от противного пошли. До этого был точильный камень, и сейчас, наоборот, этот... Подожди, он может на нем работать? А, нет, не может. Сначала был точильный камень, а теперь этот...
с этим продолжим тут тусить с вами, обалдеть. Только спать. А, нет, подождите, спать мы с вами тут можем. Точно. И есть. Хотя нет, есть мы тут с вами не сможем, к сожалению. Ну, попить, если только. Вот, а теперь давай будем с тобой испытывать. А, давай еще наточим меч и наточим лезвие вот так. Ну, в принципе, я думаю, разницы никакой нету. Блин, прекрасно. Ну, наконец-то, может быть, у нас исполнится, а то он еще такой, более-менее, ну, как сказать, в принципе, еще пока старенький. Вот. Давай. Ну что? Искусным движением подмастерье Александр в последний раз проводит точильным камнем по клинку. Всего за несколько минут блестящий камень был разделен надвое, а лезвие меча засияли внутренним огнем. Лезвие меча засияли внутренним огнем? Обалдеть! Кстати говоря, от мифрила он же тоже, в принципе, пополам камешек разлетелся-то. Подмастерье Александр восхищенно улыбается. Меч очень легкий и, несмотря на грубую рукоять, обладает превосходным острым клинком. Александр осознает, что ему наконец-то удалось создать настоящий шедевр. Нужно только поработать над размером и украшениями. Прекрасный мой аксессуар, надо добавить, да? Да, украшения, в принципе, так оно и есть. Спросить? Да. Сейчас, Стефорд, мы с тобой поработаем. Значит, у тебя, значит, нам нужно поработать. А что же нам для этого нужно сделать-то? Мне очень интересно. Взять, точить. Правда, интересно, как нам нужно с вами его сделать? Стальной молот? Подождите, а давайте, правда, попробуем сделать стальной молот. Может быть, он нам как-то улучшит что-то. Посох, отличный сплав. Ну, давайте сплав не будем. Давайте, правда, сделаем с вами стальной молот. Он как раз ему будет, я думаю, кстати. Прекрасный мой, давай, нагревай. Слушай, у нас реально сталь появилась, это очень круто. Так, иди сюда. Раскаляем с тобой. Вот. О, подождите, качество упало. Ёшки-матрёшки. Смотрите, процесс очень долго идет. Какой ужас. Да, муторно. Тихо. Предел. Ну ладно, сделаем обычного качества, тоже неплохо. Но это хотя бы будет теперь наше, потому что до этого мы могли только в магазинчике купить, а сейчас теперь все наше окончательно. Мы с вами сковали для себя, можно сказать, молот, очень здорово. Вот, да, и даже подручные средства будут сделаны нами. Так, давай, процесс, чуть-чуть, немножечко. Ну что ж, обычно это тоже хорошо, но самое главное, что это просто-напросто непростой меч. Ой, молот. А, подожди, ты же хочешь есть. Вот я тебя тут, понимаете ли, айс. Господи, 4, круто, он же может взять? О, смотри, как здорово. Ну что ж, давайте тогда откроем, топай сюда. А, вот, у нас новые задания появились. Подожди, открыть, просмотреть товар, вот. Вот, просмотреть товар, и давай это сюда засунем. Все, отлично. А это останется для нас, как здорово. Подожди, а это... А, это образец точно, это же образец клинка, это совсем другое. Вот, давай с тобой приготовим... Не, подожди, у нас там есть еда. Тихо, давай сюда и возьмем, поедим. Ой, подождите, а почему он не может есть ее, правда? А, так вот, она, значит, вот эта испорченная была, да? Вот оно что, теперь все ясно. Она испорчена. Я еще думала, правда, что там такое испорченное-то было? Блин, опять я не приготовила овощную рагу. Подождите, кто тут дерется? Какой ужас. Так, значит, этот еще понятно. У этого свои тут заморочки. Вот, нам нужно сделать и доставить простой посох и уплатить налоги. Ну, в принципе, это не так сложно, как могло бы быть. Вот, значит, делать и доставить этот посох, да? Давай, ешь быстрей. Вот, более-менее мы с вами прокачиваемся, мы уже с вами третьего уровня. Посох. Где наш посох? Простой же, да, там было, да? Я так надеюсь. Достать простой посох, вот, все нормально. Господи, как он его кует, объясните мне. Это же обычная палка. Ну, во всяком случае, так нарисовано, конечно, но... Ну да, верить картинке это тоже не дело. Так, процесс пошел. Нет, давай, не получится. Я думаю, он закончит за один раз. Ну, не получается, ладно. Вот, давай разогрев сюда. Прекрасно, мой, давай. Вот, нам серию уже пора заканчивать. Вот, дать посох, отдай посох ему. Все, и будет нам счастье, и потом пойдем с тобой к Стефорду. Хотя, ну ладно, 6 часов осталось, все, пусть пойдет к Стефорду, уплатит налоги. И тогда мы на этом с вами закончим. Господи, ребят, я ей-богу, я просто жуть что-то устала с этим заданием. Побыстрее бы его закончить, оно меня действительно немножко замучило, это ужасно, не хочется это осознавать. Вот, значит, это у нас... А, он тоже уплатит налоги и распространять веру в течение 2 часов. Ну, нормально. Давай уплатим налоги, раздадим бедным и будем с тобой распространять веру. Это очень такие страшные задания, боже мой. Это еще нормальное задание.
Вы только не обнимайтесь. У нас тут очередь, обалдеть. Так, значит, ты топай домой. Все, мы с тобой будем спать. Мы с тобой сделали все, что могли сегодня. Вот, это очень здорово. Стефорд, распространяем с тобой веру. Давай. Нам чуть-чуть буквально осталось. Чуть-чуть, давай. Эй, вы только не кричите. Жалко, что тут нельзя ничего поставить. Блин, популярность у нас вообще какая-то упала. Как-то, знаете, это как-то странно, потому что я помню, раньше играл, был как-то все нормально. Ну, я не знаю, или тут какие-то заморочки пришли. О, боже ты мой, ты опять ел. Боже мой, ты опять ел эту толпу. Ой, толпу. Эту еду дрянную. Ладно, значит... А, точно, нам нужно с ним подружиться. У нас пока сейчас время... А, вот, спросите об оценке, он уже подружился? Прекрасно, слава богу. Спросите об оценке. Давайте с вами сейчас разузнаем, может, хотя бы что-нибудь... Ага, приветствую, настоятель Стефорд, я петрианский представитель. Что? Ты петрианский представитель? А что же у него тут было написано, типа, обратить в петрианскую веру? Помните? Я думаю, вы заметили, я тоже. Вот, я петрианский представитель, прежде чем передать бесценные труды, мы должны убедиться в том, что вы преданы вере. Нашли кого проверять. Кроме того, знания не бесплатны. Ты на что намекаешь, морда рыжая? Их можно обменять на что-то или купить. Если вы докажете свою наблюдательность и отдадите нам свой последний перевод, мы предоставим вам во временное пользование единственный экземпляр трудов Переца Лунного «Легенда о... Листорезия. Вы только посмотрите. Ну, слушай, прекрасный мой, ты на что намекаешь, а? Вот ты на что намекаешь? Прочитать пылку, проповедь о благе прикладных знаний. Ну что ж, у нас как раз сейчас 6 часов. Давайте с вами прочитаем проповедь. Раз, два, три, четыре, пять. Проповедь началась. Вот, прочитать страстную проповедь. Ну, я думаю, у нас получится. Да? Я не знаю, честно говоря. Угрюмы, допустим. Страстную проповедь... А, ну да, насколько он, да, чтобы этот послушал, сказал, что вот ты... Ой, простите, Аня на спейс нажала. Вот, и да, доказать ему, что какой ты пылкий петрианский священник. Слушайте, обалдеть. Бедный мой, ты еще должен как будто что-то доказывать. Ну ладно, я думаю, ты справишься с Стефорд 8 уровнем. Подождите, у нас сейчас 9 будет. Стефорд у меня прокачается... Да ладно, у него уже 9. Стефорд, ты у меня так прокачиваешься. Подождите, а что это такое? Прочитать проповедь? Обменяться книгами. Ага, все, то есть мы уже как бы подтвердились, да? Подождите, это был не он? А я думала, он нас слушал, значит, он нас не слушал. Даже как-то обидно. Я для кого тут старалась, все распиналась? Ну, обменяй книгу. Давай. Отдай ему книгу, скажи спасибо на всем, на этом, а мы с вами пойдем спать. Значит, читать легенду о Листорезе, это мы в следующей серии с вами прочтем. Пусть он спит, прекрасный мой. Все, ложись спать. Любовь к смотрящему, тяга к знаниям говорят о том, что вы по-настоящему преданы петрианской вере. А как впечатляют ваши способности к древним языкам? Вы с легкостью могли бы служить в начертальне. Но, как я вижу, вам удалось найти благородное дело в королевстве Валон. Ну да, как это так? Я только его сделала, создала. Тут, понимаете ли, вы куда-то еще отправлять. Ну, конечно, я рада, что он мне так вырос, так возмужал, можно сказать, мой персонаж. Ну, ладно. Читайте на здоровье, Стефорд, и да хранит вас смотрящий. Спасибо тебе, прекрасный мой, как тебя там звали, на М. Маркес, вот. Я чуть на Маркус, вот, не назвала. Ну, ладно, Маркес как-то тоже странно, ну, ладно. Мы пока с вами спим, и давайте пока на этом закончим нашу серию. Я думаю, следующий будет последний, иначе я не выдержу так просто. Простите меня, пожалуйста. Ну что, дорогие друзья, с вами была, как всегда, Миссия Чарли. Пока-пока!